Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю свой марафон по серии игр Silent Hill, Silent Hill Origins, PSP-версия, оригинальная, играю я на эмуляторе, сложность по умолчанию, одна сложность, выбора нету, фанатская русская версия от Console Games и эксклюзив. Первое прохождение. Да, я не сказал, что прохождений будет три, потому что три концовки в игре. В этой игре мы еще застрянем. И я проходил игру всего лишь только на одну концовку. Новую игру плюс ни разу не играл. Тем будет еще интересней. Так, ну что ж, выходим мы из госпиталя. Вот выход. Теперь открыто. И сейчас будем гулять, бродить по улицам. Лучше пока уберу оружие всякое вообще из рук. Я сражаться на улицах не собираюсь, сразу говорю. Затея это бесполезная. Я потрачу только больше сил, нервов. Будем бегать. Берем лечебную настоечку. Вот тут в уголке. У нас такой красивый, такие два дерева. Лавочки. Так, ну тут я ничего не вижу. Да, Трэвис уже устал. Надо дать ему отдышаться. А может быть и энергетический напиток стоит выпить один. Ну ладно, пока не буду. Так, тут мусорные баки. Куда я вообще вышел? Давайте посмотрим на карту. Улица Канбон. Улица Канбон. Так, и тут у нас где-то уже монстр ходит. Он сюда идет. Давайте его выманим. Куда-нибудь поближе. Не хотелось бы мне иметь с ним дело никакого. Пускай гуляет здесь. Вот теперь побежим вперед. Тут много всяких монстров, а мне нужно собрать полезные предметы. Вот здесь вот что-то есть. Напиточек. Берем напиточек и берем заостренный колышек. Что это такое? Холодное оружие. Косо обломанный кусок дерева. Толку от него немного, но лучше что, чем ничего. А здесь у нас тупик. Так, хреново, он меня заметил. Это всегда хреново. Ну что ж, продолжаем. Отманим его куда-нибудь сюда. Так, что у нас здесь? Там напиток стоит. Так, тут машина. Ничего не вижу. Забор. Камера, конечно, уродская. Так, а с этой стороны тоже забор. О, тут полицейская машина. Есть. А на полицейской машине есть напиток. И дубинка. И еще что-то есть. Так, валим. Не слишком быстро бегают тут. Берем энергетический напиточек. И сваливаем с этой улицы. Так, что я нашел? Дубинка. Толстая резиновая дубинка для усмирения пациентов. Используется для усмирения буйных пациентов. Схоже с полицейской дубинкой. Весьма. Ну, наверное, опасно там. Так, а что еще? Вещи у нас. Часть будущая. А, это вот что я подобрал. Странный металлический предмет.
На боку пирамидки выгравирована часть будущего. Так, куда здесь можно пойти? Мидуэйский проспект. Здесь у нас на самом деле дороги нету. Вау, вау, вау. Ты где? Так, а если я пойду в другую сторону? Блин, ну тут их очень много, конечно. Так, допустим, я пойду по этой стороне. Вот какой-то переулок есть. Закрыто. Но, видимо, открыть предстоит. Так, и тут тоже монстр бегает. Здесь вообще текстура отсутствует. Так, что тут полезного? Газеты какие-то. Напиток. Напиток, напиток, напиток. Валим отсюда. Так, он блюется. Он блюется на меня. Давай, Трэвис. Соберись силами. Так, может они на радио реагируют? Лесной склад. Так, здесь у нас тоже дороги нету. Можем видеть вот. С 10 до 21. Улица Бордена. Тут у нас забор. Какой-то забор. Так, что тут у нас такое есть важное? А, вон, напиточек вижу. Валяется. В углу. О, еще монстр. Так, он меня увидел. Это печально. Так, что у нас здесь? На этой стороне. Ничего такого не вижу. Я там вот что-то увидел. Кувалду нашли. Так, здесь опять дороги нету. Облом. Энергетический напиток подобрал. Так, это что, улица Бордена, да, у нас? Так, что у нас здесь, на улице Бордена? Здесь тоже дороги нету. Дайнер, закусочная. Так, он гонится за мной. Вау. Так, что у нас? О, заостренный колышек еще нашел. Вот в дереве застрял. Так, куда я так прибегу? Непонятно. Но тут что-то есть. Мясной крюк. Вау. Мясной крюк нашел. Что здесь у нас? Где я вообще бегаю уже? Улица Лоу. Вау. Так, ну что, побежим по этой улице? Монстр тут, конечно. Так, а куда ты смотришь? Ты на монстр, что ли, смотришь? Ватчер. Бутчер. Что это? Так, вот сюда нам, похоже, двери открыты, но я пока туда не пойду. Здесь дороги нету. Валим отсюда. Улица Лоу. Так, ну теперь побегаем по этой стороне. Наверняка я не все осмотрел.
Здесь тоже дороги нет. Интересно, у меня на карте это помечается как-то? Да, помечается вполне себе. Проспект Чиэлла, Медуэйский проспект, улица Карнбон. Это там, откуда я пробежал, получается. Я сейчас на другой стороне. Есть ли у нас тут что-то? Ага, монстр там. А я здесь хочу посмотреть все. Так, вот еще колышек есть. Так, вот монстр. Тут я, по-моему, был. Да, здесь я был как раз. Отсюда я начинал маршрут. Так, ну вот я по этой стороне не бежал еще. А здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Там точно что-то лежит. Мусорки. Тостер. Отлично. Возьмем тостер. И здесь один монстр обитает. Так. Ступеньки. Ступеньки. Напиточек. Напиточек — это хорошо. Это очень хорошо. Так, там я был на той стороне, да? Так, а тут, по-моему, что-то лежит, нет? Или показалось? Наверное, показалось. Так, ну там я уже бегал. Там ничего не было. Так, я вот по этой стороне, наверное, не бежал. Да? Хотя нет, бежал. Здесь же у нас тоже обрыв был. Какие-то газеты. Ладно, бежим в то место, которое я увидел. Наверное, тут уже больше ничего я не найду. Я и так собрал много чего интересного. 8 настоек у меня уже. Кувалда, заостренный колышек, мясной крюк. Острый крюк для мяса. Грозно выглядящий крюк для мяса. Смертельно острый. Идеально подходит для протыкания плоти. О, хорошее оружие. Металлический тостер опять. Так. Он меня заметил. Хреново дело. Тут я больше ничего не видел. Но не факт, что ничего нету. Я просто мог что-то не заметить. Здесь все дороги приводят в одно место. Собственно, идем. Что это за место такое? Мясник. А, мясная лавка. Понятно. Еще один монстр. Да, смотрите, сколько крови. Ну что ж, заходим в мясную лавку. Тут у нас есть сохранение. Так, а что? Фонарик у меня как-то плохо работает в этих местах. Напиток еще нашел. Какое-то мясо. Можно сказать, вообще не работает. Так, еще один мясной крюк. Так, ну давайте я сохранюсь, наверное. Какое-то мясо.
не откроется. Можно, конечно, прибавить в опциях здесь яркость. Может быть, станет получше. Ну да, как-то получше стало видно, а то что-то фонарик совсем тут глючит. Внутри ничего нет. Холодильник пуст. Еще один кусок мяса. Ну что ж, заходим в дверь тогда. А, и тут какой-то мод похож на пирамидочек чем-то. Так, а я из какой двери-то вышел? Вот этой? У меня нет карты этого места. Но если это закрыто, тогда и стоит. Офис закрыт. Это ужасно, ее разрубили почти пополам. Закрыто. Тут у нас первая аптечка полноценная. А полноценная аптечка, так и перевели, кстати. С ее помощью можно лечить серьезные травмы и ранения. В комплекте бинты и обезболивающие. Закрыто. Так, еще один энергетический напиточек. Да, фонарик у меня тут что-то не работает. Я нашел тесак для мяса. О, это, наверное, хорошее оружие. Острый тесак. Этот инструмент с крепкой деревянной ручкой. Отлично подходит для разрезания мяса и костей. Какие-то ящики. И дверь на выход, на улицу, да, опять? Да. Я вот так вот прошел на Тулукский проспект в итоге, и мне нужно бежать аж до лечебницы. Психиатрическая лечебница Кедровая роща. Так, тут у нас ничего полезного-то не завозили. Машина стоит. Мусорка. Но я тут ничего не вижу. Трэвис иногда будет поворачивать голову, так что лучше. Так, опять здесь кто-то ходит уже. Уже кто-то ходит. Так, здесь тупик. Так, тут что-то есть? Да. Патроны. Патроны для газового пистолета. Свалил отсюда. Оба свалили отсюда. Так, какая-то решетка. Пойдем сквозь вдоль этой решетки тогда. Побежим. А вот это новый враг. Называется падаль. Уф. Не подходим к нему близко. Иначе будет очень больно. Падальщики. Здесь обрыв. Серьезные ребята. Так, и тут забор. Понятно. Тулукский проспект продолжается, да? Улица Бордена у нас недоступна нам. Мне еще по той стороне надо будет пробежаться в любом случае.
Я пока пробегусь по этой, так уж и будет. Беги, Трэвис. Еле бежит. Так, дорога направо. Дороги нету. Направо. Все перекрыто. Опять. Как всегда. Может быть, пора выпить напиточек энергетический. А тут что-то... Давайте я выпью один. Вот он энергетический, с кофеином. У Трэвиса сразу прибавится энергии. А тут у нас вход. Лечебница Фигровой Рощи. Так, туда пока я не пойду. Куда я вообще бегу? Улица Аркадии. Аркадии улица. Но здесь все. Улицы нету. Тупик. Машина какая-то стоит. Ага. Что-то я вижу, нет? Не показалось. Есть на машине что-то. Лечебная настойка и разводной ключ. Так, кто-то меня услышит. Это хреново. Так, а здесь что у нас в углу? Ничего нету? Вдоль забора. Ну, мусорка. А, вот что-то есть. Заостренный колышек еще. Так, тут еще даже что-то есть. Там падальщик стоит. Тазик. Просто тазик. Осторожно. Подбегаем лучше на ту сторону пока. Так, здесь тупик. Ничего нету. Дороги нету. Машину я эту исследовал? Нет. Записка. Кто-то сделал запись на билете. Теперь она спит. Хм. Почти догнал. А, вот отсюда я начинал, собственно, весь свой путь. Ладно. Пробежимся еще разок. Так, окей. Куда этот путь вел? Где он был? Куда мне? Прямо, да? Да, мне прямо. Направо мне не надо. Ага, падальщик дал о себе знать. Куда-то ушел. Да, интересные предметы я нашел. Еще один монстр. Так, тут я вроде бы ничего не вижу. Там машина. Мне в какую сторону-то бежать? А, мне в обратную сторону. Куда вот? Так, вот у нас вход в лечебницу. Доходим. Он сюда идет. Они сейчас все сюда придут, блин. Дерево. А тут и так есть монстры. Сюда и приходить не надо. О, что-то лежит на полу. Что это? Патроны для газового пистолета. Да, тут стоит побегать по городу, конечно. Лишний раз.
падальщики тут. Сколько же тут входит-то? Так, я убегаю отсюда. Убегаем. Так, тут у нас какая-то лавочка есть. Одинокая лавочка. Интересно. Это главная дорога. Я же оттуда пришел. Ну да, отсюда. Давайте с этой стороны будем смотреть. Так, отдышись, Трэвис. Вдоль этого забора посмотрим. Может быть, что-нибудь найду. Так, еще один монстр. Еще один монстр. Еще дерево. Еще и дерево. Так, там падальщик. Здесь забор. Я уже почти у входа в кедровую рощу. Тут я ничего не вижу. Так, а здесь машину вижу. Вижу машину. Ага. Бутыль нашел. Я нашел бутыль. Я нашел монстра. Тут еще одна лавочка. На лавочке вроде бы ничего нет. Еще один монстр. Еще одна лавочка. Ну все, заходим. Вроде бы больше ничего нету. На машине ничего у нас? Возле машины. Не, не ничего не вижу. Все, заходим. Внутрь. Скажу, что фонарь заработал нормально, адекватно. Может все-таки прибавить яркости еще? Будет поярче немного. Я, возможно, перебор. Так, какие-то автоматы. Бесполезно. Все равно у меня нет мелочи. Так, а нет сохранения. Дверь закрыта. На стойке нет ничего интересного. Сохранения нету. Странно. Ящики заклинило. Бесполезно, все равно у меня нет мелочи. И карты я не вижу. Не похоже, что это работает. Ресепшн. Так, ну что, слева направо будем изучать. Комнаты всякие. Замок сломан, эту дверь не открыть. Заперто с той стороны. Автомат с сигаретами. О, вот тут открыто. Куда я попал? Фонарик работает. Нормально. Какие-то опять торговые автоматы. Пусто и пыльно. Портрет. Столик. Так, а вот это вот у нас картотечный ящик. Картотечный. Так, какие-то записки. Да, камера плохо регулируется, конечно. Двери в этом отделении заклинило. Думаю, ими уже давно не пользовались. Дверцу шкафа заклинило. Так, а что здесь есть?
О, патроны для газового пистолета. А вот и сам пистолет. Спортивный пистолет. Так, давайте посмотрим вообще все, что мы нашли. Патроны, патроны. Патроны калибра 0,22, используемые в спортивном пистолете. Холодное оружие, тостер. Ну, металлический тостер с двумя широкими щелями для хлеба, оладьев и, блинов. Сделан из довольно прочного материала. Мясной крюк еще один, тесак для мяса. Так, ну его я осматривал. Разводной ключ. Такими ключами пользуются в автомастерской. Тяжелый разводной ключ. Заостренный колышек, пластиковый тазик. Похоже, в нем держали бутылки или что-то в этом роде. Бутыль для медицинского спирта, ящик, небольшой металлический ящик для картотеки. Для бумаг края довольно острые, внутри пусто. Спортивный легкий пневматический пистолет. Так, такие штуки можно увидеть в тире. Эффект не сильнее комариных укусов. Так, ну что ж, что-то за кукла странная. Больше я тут ничего не вижу. Выходим отсюда. Сохранения, главное, нету еще. Пока еще. Во, что-то лежит на диване. Дубинка. Дубинка. Так, а здесь у нас что? Картина. Трубки нет. Так, здесь три двери. Директор. Записка. Доктор Харрис, наши сороки снова взялись за старое. На этот раз они проглотили ключи от архива и от подвала. Но не стоит беспокоиться. Гэри забрал мистера Сороку в процедурный кабинет. А я отведу миссис Сороку на гидротерапию. Мы заставим их выплюнуть ключи обратно. Эта работа была бы просто замечательной, если бы не пациент, Клем. Закрыто. Закрыто. Замок сломан. Не думаю, что он включен. Так, и у нас остаются последние двери, получается. Три двери. Карты нету до сих пор. Эст солариум. Здесь закрыто. Здесь открыто. А вот и карта нашлась. Я нашел карту лечебницы. Кедровая роща, психиатрическая лечебница, первый этаж. Много, большая карта. Есть подвал. Есть второй этаж еще. Хорошо, хоть третьего этажа нет. Так, здесь какая-то дверь. Здесь у нас, похоже, дверцу совсем заклинило. Записка. Отчет о состоянии пациента 12 марта 1960 год. Пациент миссис, возраст 34, лечащий врач доктор Харрис, наблюдение. Пациентка все так же переживает навязчивые фантазии и страдает манией преследования. Она подвержена резкой смене настроения от спокойствия до опасной агрессии, поэтому ее пришлось перевести в одиночную камеру. Она становится особенно агрессивной во время посещения ее мужа, требуя немедленной встречи со своим ребенком. Мы приняли предупредительные меры, добавив прописанным миссис лекарством Эпалин, чтобы предотвратить ее вспышки агрессии. Я не люблю подавлять волю пациентов, но во время своих яростных припадков становится опасной для самой себя в не меньшей степени, чем для навещающего ее мужа и работников лечебницы.
какие-то. Не вижу ничего в шкафу. Опять какая-то коляска. Коляска. К счастью, никогда не приходилось самому пользоваться такой. Так, и тут есть дверь. Открывается. You were at the fire. I saw you there. Of course you did. That was my house, burning. My daughter, Alessa. You were the one who saved her. Yeah. She was your daughter? Why did you leave her? Why did no one help? You all left that girl to burn. So we did. The world is stranger than you think. You're crazy. What happened to her? Lisa said she was dead. Alessa is with those who care for her. Do not trust her, Travis. She does not know what she is doing. How do you know my name? Hey, answer me! They're all crazy. Так, откуда я пришел? Дайте я вернусь. Я не осмотрел одну дверь. Там в холле. Стоп. Кто-то появился. Или нет? Замок сломан, эту дверь нельзя открыть. Кстати, можно ли выбраться обратно из лечебницы? Я не могу уйти, пока не узнаю, что случилось с этой девочкой. Ну, то же самое, короче говоря. Ладно. Пойдем осматривать дальше коридор. Фонарик заработал нормально. Так, что у нас здесь лежит? Телефон, телефоны. Замок сломан, я не могу открыть эту дверь. В ящиках нет ничего полезного. Это куда? Это на лестницу ведет. Нет, на лестницу пока не пойду. Так, тут я ничего не вижу. Заклинило. Это куда ведет? Склад. Да, так, наверное, опасно без оружия ходить. Возьму вот этот мясной крюк. Или как он называется. Вот еще один такой. Монтировка. Погоди, или это другое? Металлическая монтировка. Для снятия шин с автомобиля. Тяжелая и острая. Патроны для газового пистолета, еще патроны, отвертка. У меня нет времени, чтобы все это читать. Я нашел отвертку. Стандартная плоская отвертка. Обычная отвертка у меня в грузовике, целый набор таких. Так, тут записки нет никакой. Пачки медицинских записей. Меня это не интересует. Ладно, выходим отсюда. Там второй склад есть. Замок сломан. Я не могу открыть. Дверь, в ящиках нет ничего полезного. Так, а эта дверь куда ведет? Прачечная. Замок сломан. А вот эта дверь. Эта дверь куда-то
Заперто с той стороны. Так, она ушла сюда и заперлась. Значит, мне на лестницу остается только идти. Тут я все проверил. Да, идем на лестницу. А вот и сохранение добрался. Сохранение. Ну что ж, закончим здесь тогда серию. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующих сериях. Всем пока.